Так, для начала подготавливаем файлы, которые нам нужны. Вот VNP образ, программа, которую будем записывать в флешку. Это программа, которую будем восстанавливать, распаковываем ее. Также нам нужен файл install vim из образа системы. Находим его по RSO программой. Открываем. Любую выбираем, которая нам нужен, которую мы хотим восстанавливать. Идем в папку source. И ищем файл install vim. Вот, выделяем его и извлекаем туда, куда нам нужно. Открываем программу, записываем флешку. Я обычно вот этой программой пишу. У нас файл, образ вернее. Небольшой мини-образ. Все, он быстро записался на флешку. Теперь вот она у нас флешка. Теперь в корень флешки кидаем файлы. Install vim и файлы программы. Которую будем устанавливать. И тут выбираем, какой нам нужен. Если VNP на базе 64 бита, то 64, если 86, то 86. Ладно, пусть оба будут. Также можно не копировать на флешку, а просто сделать загрузочный диск. А эти файлы install vim и программы, если есть другой раздел диска, установить на него, просто при установке дать путь туда. Это не у нас. Это у нас переносная версия, так сказать. Также можно сделать загрузочный диск. Сейчас покажу, как это делается. Открываем PowerSO файл и кидаем в корень. Программы. Какие нас интересуют. Прямо в корень диска. Затем сохраняем ISO файл.
Джаван сохранить как? Обзываем его как хотим. Например, N7 Express. Сохраняем в директорию. И все. Вот он у нас там появился, N7 Express. Итак. Загружаемся с флешки или с диска. У нас такой вид, которую я использовал. Вот у нас система, которая у нас была установлена. Идем в корень диска, которого загружались, или флешки. Запускаем программу WinSetup. Здесь ищем, опять же, в этом, в корне диска или флешки, файл install.win. Здесь путь загрузчику на диск C. Вот у нас зарезервирована система. А здесь даем путь на диск D, на котором была у нас старая система установлена. Вот он зарезервированный. Там D. Можем путь к драйверам дать. Если есть распакованные драйвера. Сделать твики. Тут пока не для начинающих. Я потом как-нибудь объясню все это. У нас чисто система сейчас получится. Форматируем. Здесь D тоже форматируем. Вот у нас чистые получились диски раздела. Вот и все, нажимаем setup. Установку, то есть здесь можно нажать на автоматическую перезагрузку, галочку поставить. Пошла у нас установка. Видео сокращенное, чтобы много места не занимало. Вот на время смотрим, там вот 3 минуты прошло. Можно подождать, пока само перезагрузится, можно на ребут нажать. У нас пошла установка системы, вернее запуск системы.
Дополнять установку устройства. Таким образом можно устанавливать вот. Программу установки подготавливать к компьютеру к первому использованию. Здесь выберем имя компьютера, все как обычно. Здесь домашняя сеть, если есть такая, если нет, так другое. Сеть выбираем. Все, система установлена у нас. Подготовка рабочего стола. Первый запуск. И все. Можно устанавливать жесткого диска. Вот время на 21.13. Можно жесткого диска, если система установлена на выносной жесткий диск, то с него еще быстрее получится установка. Более там все под рукой. Это у нас система. Удачи вам!